Здорово всем, с вами Рязан, и я продолжаю играть в Metal Gear Rising Revengeance. Что ж, нам нужно отправиться в Пакистан, чтобы спасти самого президента. Excellent. Commencing takeoff in semi-auto mode. You know, this kind of space launch once required days of preparation. Solus has been conducting test flights almost every day for the last 6 months. As long as так, we're not breaking atmosphere, we said we can reroute today's flight no problem. Amazing! The Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever. I'm only going as far as the thermosphere. This thing can't pass the Kármán line. That lunar vacation will just have to wait. And here I was hoping you might bring me back a monolith. Scheiße! Two bogies closing fast! Opa! Who else? The flight pattern suggests unmanned MQ-320s. MQ-320s, беспилотные. Shit. This is a transport chopper. Our defensive options are limited. Да, мы действительно уязвимы. Ракета прилетела. Missiles incoming! Ракеты. Где-то прям прошли. EMP? Yes, but not strong enough to take out the drone. Надо Райдену вмешиваться. Here they come. I'll handle this. Райден. Да, мы все ждали этого. And people say Germans aren't funny. Да. Ну, довольно-таки забавные ребята, на самом деле. Я даже не представляю, что я сейчас буду делать. Итак, теперь я им управляете, фильм вы сняли. Там был Майкл Клей или что-то. Я думаю, в кинотеатре у всех будет через батарею. Нет, это просто что-то невероятное. Я упаду из-за того, что эта хрень оторвалась. О боже. Там еще и с РПГ стреляют. Не хотят так просто отпускать. I'm sorry, my friend. Your sacrifice will not be forgotten. Ну, с такой высоты, конечно... That was quite the fall, Raiden. Да я жив! Glad to see that you're all right. It's time you got out of Denver. Итак, мы в Денвере, и противник есть. Да, это была мягкая посадочка. World Marshal. Ой, простите, ребята. Так, почему я не устранил нечто, а?
папочки. Так давно я не вырывал. Вот эти вот зандрацу или как они это называются. Надеюсь, сзади. Опа, граната! Ой, чё-то я задумался такой, смотрю. Пично. Меч ножны. Блин, я хочу мощный удар провести, он мне нравится, но он долго подготавливается. Так, мы этого разрубим и забираем тоже его позвоночник. Все. Мог лучше, конечно. О, машину мы можем рубить, ни хрена себе. Фламину. Да нормально все, доктор. You just get those brains out of here. And what will you do? Get out of here and to the launch site. Ah, the young ladies company, yeah? How fortunate they are in Colorado too. Yeah. Shouldn't take more than 2 hours with a set of wheels. Guess I'll just have to borrow some. A lot of cars got abandoned when the evac order came down. Машин-то много. If you are struck by one of those missions, or I know. Машина-призрак. Let me just worry about putting some distance between me and World Marshal. What's left of it. Ну что, добейтесь до Денвера. Я могу сесть в эту машину, но нас не хотят отпускать. Здесь гуляют всякие роботы. Они еще и стреляют. Ну, это на камеру. Пошла нахрен, тварь! Смотрите, попадается. Вы даже не знаете, с кем связать, понимаете? Ау! Было больно. Ты сука! Я упрыгай! Ох, обожаю, когда вот так летаем по сзади. У них тоже есть позвоночник. Синенькие штучки. Чем мы могли их, в принципе, обижать, скорее всего? Ау, ракеты не стреляются. А по звуку так вот грустит. И богу. Господи, ой, нихера себе тут! Ой, его нос уронил. Я не хотел, я случайно. А, не нос, остановку, остановку разломбаха. Пошла в жопу, тварь. Так, и тем же способом сзади залетаем и разрубаем. Так, отлично. Коробка была, которую можно воспользоваться было. По стелсу пройти. Так, мы вышли из World Marshal. Так, и нас тут встречают. Ребят, с молками всякими. Бери, похоже. Воу-воу-воу. Ты хоть знаешь, что ты связался? Вот это вот я сейчас просто его уничтожу. Выбить у него там вкусняшку. Да, вот это вот сам. Так, что там, что там еще? А вы, ребята, ну давайте подеремся. Ох, как он классно подлетел. Трубил я ноги. Так, кто там еще? Что? Тут можно, в принципе, вот так, смотрите. Оп, раз, минус нога. Оп, оп. Вырвать можно. И еще с одного. Я двоих убил.
еще один. Так, так, подождите. Оп, оп, так, нога, вторая. Как красиво. Ну что, красивее жизни не ее. Все, четенько. Пройти нельзя. Руки здесь. Отвалите от меня! Надо бежать, у нас же мало времени. Ах ты меня не пускает, поэтому с руками потратить. Я думаю, ничего сложного. Так вот классный удар с ноги. Ракеты у нас всякие лежат. Конечно, я тут устроил погром. Ну и все, в принципе. Идем дальше. Вот так, птички летают. Надо разобраться со всеми противниками. Чтобы пройти дальше. Ой! Нифига себе! Новенька. Она красным обозначена защита. Или у него вот режим агрессии стоит. Вот робот от меня. У меня есть свой режим агрессии. Он еще там убийца, который просто не остановил. Ох, не. А ты что? А, тоже хочешь получить, да? Так, еще противники остались. Хотя, в принципе, наверное, пройти можно. I've located a route with relatively light security. I will mark the heading on your Solitone radar. Нравится мне рубить. На кусочки, смотрите, конечности отлетают. Нереально. А что это у нас тут дверь какая-то огромная? А, это рука. А дверь стоял на деревянных ящиках. Они вообще выдерживали. Вопрос, конечно. Дело. Слушай, включаем режим Джека. И выключаем. Отлично. Чётенько. Чётенько сработано. Так, идем дальше. Тут какие-то трупы валяются. Гражданских убивают. Так, и вы присоединитесь к нам в Пакистане. О, горилла! Да у нас тут вообще все противники танк! Ух ты! Это не танк, а бронетехника. Пусти меня, тварь! Не знаю, что я тут сказал. Если не Джеком, то сюда. Все и вся. Никаких шансов. Интересно, могу я этого уничтожить вообще? Его. Ну, бью отца, по крайней мере. Так, собираем. Всякие. Какой-то один из стены сейчас будет, смотрите. А, нет, никого. Да. Приехал в Денвер. Весь город разнес. You have passed the last of the barricades. Save your strength. Find a vehicle. Right. That should do nicely. Так, и что же у нас там? О, да. Нереально крутой байк. Харли похож.
Так, там что-то он написал. Скорее всего, спасибо за байк. Ну что ж, побег из Денвера. А, довольно-таки быстро я прошел. Так, кастомизация. Посмотрим, что у меня там открылось. А, надо приодеть уже наконец-таки двойные клинки. Экипировать на все. Не используется, отлично. 37 тысяч, ну, в принципе, улучшение можно сделать на клинки. Двадцаточку. Ну, остальные они уже дорогие будут. Да, и двойные клинки я, кстати, тоже улучшал. Используются. Так, не хватает VR. Да, надо будет поднакопить. Ну что ж, ребятки, я сбежал из Денвера. Надеюсь, вам это понравилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Друзьяшки, добавляйтесь в vk.com/rezonix и увидимся в следующем выпуске. Давайте пока-пока и удачи!